Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Разрешите отчитаться. В Нацполиции рассказали о достижениях уходящего года. Что в рапорте? Хождение по зебре. В Николаеве работники судоремонтного завода снова вышли на протест. Чего добились? Кого возить собрались? В Ивано-Франковске чиновники водоканала хотят закупить авто с детскими креслами. Уже эпидемия в Одесской области. Заболеваемость корью выросла в два раза. Почему вирус гуляет? Убийц журналиста Павла Шеремета до сих пор не нашли. Пока нет виновных и в других резонансных делах Амина Акуева и Максима Шаповала и Тимура Махаури. Однако на прошлой неделе поймали банду, которая похищала и убивала людей в Киеве. В Министерстве внутренних дел отчитались о проделанной работе за год. Подробнее в нашем материале. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители всех рангов и вип-чиновники называли делом чести и обещали завершить следствие в кратчайшие сроки. Привлекали даже специалистов из ФБР. И вот спустя полтора года на итоговой пресс-конференции в МВД заявляют. На жаль, особи, які вчинили вбивство громадянина Шеремета, не встановлені. Машину с Павлом Шереметом взорвали в июле 2016-го. Журналист погиб на месте. Следователи заявили, что главной версией убийства считают его профессиональную деятельность в Украине и России. Однако ни организаторов, ни исполнителей взрыва до сих пор не нашли. Глава нацполиции Сергей Князев сообщил, что судебные решения по делу Шеремета засекретили в интересах следствия. Не только в этом, а в многих правопорушениях, которых идут розслідування, і щоб правопорушники в першу чергу не розуміли шляхів, якими йдуть слідчі підрозділи. Журналісти намагаються вияснити, є ли хоч якесь продвіження в ділі об убійстві Шеремета. Ну, у Князєва один ответ. Чи є голосування насправді? Особи не встановлені. Я дуже коротко відповів. Це все? Крапка. Немногословен он и в комментариях по другим резонансным убийствам. В частности, участницы АТО Амины Акуевой, разведчика Максима Шаповала и гражданина Грузии Тимура Махаури заверил, что эти расследования не бесперспективны, но никаких деталей. Следство активно наближается до тех моментов, когда мы сможем что-то констатировать позитивное. Среди главных достижений полиции – задержание на прошлой неделе преступной группировки. Похищали и убивали людей в Киеве. По словам Князева, злоумышленники закладывали взрывчатку, забивали своих жертв металлическими дубинками и расстреливали. В частности, задержанных подозревают и в убийстве экс-директора Укрспирта Виктора Панкова. Одночасно было проведено больше 60 обшуків. Та затримано 5 активних членів злочинного групування. Організатора затримано на території сусідньої держави. Хто задержаний і при яких обстоятельствах був убит Панков, ответов по-прежнему нет. Впрочем, є у поліції і другі достижения. В этом году пресекли почти в 3 раза больше преступлений, более 300, связанных с торговлей людьми. Евгения Коваленко, Владимир Самченко. Подробности, телеканал Интер. Ограбление в стиле голливудского боевика. В центре Киева неизвестные похитили из бутика шубы на 3 миллиона гривен. Обчистили злоумышленники магазин за считанные секунды. Прибывшие спустя 4 минуты полицейские задержать воров не смогли. Половина 8 утра. Крещатик. Магазин верхней одежды. Трое неизвестных ломом разбили стекло входной двери и за несколько минут вынесли 33 шубы. Прибывшие на место полицейские воров не обнаружили. Правоохранители заявили, в среднем стоимость каждого изделия около 90 тысяч гривен. Украдено товара на 3 миллиона. Опросили свидетелей, объявили план перехват, но до сих пор так никого не смогли задержать. На місце події негайно прибула поліція охорони, яка побачила, що двері до даного магазину вибиті. Підозрілих осіб на місці не було. Наразі поліція вивчає записи з відеокамер спостереження, аби встановити осіб, причетних до даного злочину.
Не поймали правоохранители по горячим следам и грабители, которые вчера поздно вечером забрались в частный дом директора одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины. Неизвестные в балаклавах связали 68-летнего мужчину и его супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги. Добычей преступников стала крупная сумма в гривнях, евро и долларах. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте. Прошли почти сутки, никакой информации о подозреваемых до сих пор нет. И уж совсем ярко, в прямом смысле слова, кража в Ковеле. С центральной новогодней елки города умыкнули звезду. Такими заботливые коммунальщики украсили елочку снизу. Украденная звезда была частью праздничной иллюминации, поэтому нарушилась вся подсветка елки. Патрульная ворах ни слова, чиновники кричат об ущербе в 1600 гривен, но вот кричать «елочка зажгись» уже бесполезно. На Новый год украинцы больше всего раскошелятся на алкоголь и еду. В среднем, чтобы встретить 2018, придется выложить почти 1700 гривен. Как утверждают социологи, в 800 гривен обойдутся праздничные блюда и еще почти столько же подарки. Раньше празднование Нового года обходилось дешевле. Так, в 2015 общая сумма расходов была почти вдвое меньше, а в прошлом году составляла 1200 гривен. В Николаеве не до праздников. Сотрудники судоремонтного завода сегодня снова вышли на акцию протеста. И снова с требованием выплатить, наконец, долги по зарплате. Люди блокировали движение перед Варваровским мостом. Полиция пыталась уговорить пикетчиков не перекрывать дорогу, но те отказались и несколько часов ходили по пешеходному переходу. В полном объеме люди не видели денег уже 3 года. За это время долг вырос до 60 миллионов гривен. На акции люди выходят постоянно, только в ноябре перекрывали дорогу дважды. В середине декабря Кабмин поручил Укроборонпрому рассчитаться с рабочими, но там отказались. Его поручение, которое он давал до 27 числа, 27 ноября, разобраться с ситуацией на заводе и доложить ему, не выполнено. Сегодня 29-е, никто ничего, абсолютно одни отписки. Никто нам ничего не сдал, и никаких денег у нас нет. Убытки покупкам не помеха. Скандал в Ивано-Франковске. Коммунальное предприятие, которое отвечает за водоснабжение и водоотвод, купило авто более чем за 500 000 гривен. И это при том, что убытки предприятия составляют более чем 60 миллионов гривен. Впрочем, горожан возмутило не только это, но и комплектация машины. Обо всем подробнее наши корреспонденты. Купить автомобиль коммунальное предприятие Ивано-Франковск «Водоэкотехпром» решило под Новый год. На тендер выдвинули такие обязательные условия. Машина должна быть новой, с коробкой автомат, бортовым компьютером и креплениями для 2 детских кресел на заднем сиденье. Соцсети буквально взорвались гневными комментариями. Горожане подозревают, что машину будут использовать не по назначению. В результате предприятие приобрело «Шкода Октавия А7 Ambition» почти за 600 тысяч гривен. Кроме нее, в автопарке предприятия числится еще почти 500 машин. Но большинство грузовые, уверяет директор и объясняет, для каких целей купили новый автомобиль. Данный автомобиль закупленный предприятием «Водоэкотехпром» на звернення структурного підрозділу. А саме, він має обслуговувати службу охорони праці і центральну бухгалтерію, так як вони не мають необладнання транспортним засобом. Службі охорони труда подробностям підтвердили. Дійсно просили руководство купити машину. Правда, не дорогу іномарку, а просто економне авто. Виїзди кожен день. У нас були проблеми з службовими машинами. Вже давно не закупляли. Ще попереднім директором були закуплені такі вантажні автомобілі. А от легкових автомобілів вже не закуплялися давно. Техніка вже вийшла з ладу. Ми їздили власним автомобилем. У нас есть працівниця, яка має свій автомобиль. А вот работники той же службы охраны труда признаются, прекрасно обходятся и без машины. Мне, например, нормально без автомобиля. Думаю, что я ж кажу, місто маленьке, я кожен день не їжджу на наші дальні об'єкти. Я їжджу раз в місяць. Может, частіше. А вот общественников больше интересует другое. Где предприятие нашло деньги на дорогую машину?
Ведь по итогам 2016 года убытки Ивано-Франковск-Водоэкотехпрома составили почти 48 миллионов гривен. Еще 13 добавилось за три квартала этого года. Це підприємство не має чистого прибутку. Постійно міська влада надає йому кошти, вигляді, наприклад, збільшення статутного капіталу. І тому постає питання, а чи є потреба в закупівлі такого дорогого автомобілю, який не може бути використаний для надання якихось особливих спеціальних послуг. Мені здається, що краще такі кошти можна було використати на модернізацію якоїсь специфічної техніки. Активісти говорять, це не єдинственна покупка підприємства, яка сьогодні викликає питання. Поэтому уже в ближайшее время планируют просить мэрию создать на Ивано-Франковск-Водоэкотехпроме наблюдательный совет, чтобы предупредить неэффективное использование средств. Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Накануне предстоящего обмена каждому украинскому военнопленному предоставят необходимую медицинскую, психологическую и финансовую помощь. Об этом на встрече с родственниками заложников заявил президент. Петр Порошенко подчеркнул, в последние дни над подготовкой к завтрашнему обмену пленными работали круглосуточно, задействовали все международные связи. Чтобы надавить на боевиков, родственников заложников президент поблагодарил за терпение. Я дуже дякую, що ці важкі часи ви з гідністю вірили в українську державу, вірили в нашу спільну боротьбу, яка точно завершиться перемогою. Дякую вам за те терпіння, яке мало хто може зрозуміти, чого воно вам коштувало, це терпіння. І дякую. Тому що в тому числі, дякуючи вам, завтрашній день може відбутися. Обеспечить достойные условия каждому военнопленному призывают в ОБСЕ. Спецпредставитель организации трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик назвал обмен гуманитарным жестом, который имеет большое значение в период рождественских и новогодних праздников. Напомню, 74 украинца обменяют на 306 человек. А в зоне АТО количество обстрелов уменьшилось, но режим тишины по-прежнему не соблюдается. С начала суток противник 4 раза обстреливал украинские позиции. В основном на Луганском направлении. Там боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Эпицентр противостояния в районе поселка Луганское. Также вражеские снайперы обстреливали наши опорные пункты вблизи Золотого. На Донецком направлении противник нарушал перемирие в районе шахты Бутовка. Украинские военные огонь в ответ не открывали. Показать зубы украинские бойцы теперь могут и в прямом смысле. На передовую приехали дантисты. Мобильная стоматология здесь уже не впервые. Это волонтерская инициатива одной из столичных клиник. Где работали сегодня и куда планируют еще отправиться, в нашем следующем сюжете. Пломба не должна заражать, она должна полностью отвечать хворению зуба. Краматорск, зона АТО. В стоматологических креслах бойцы спецподразделений, которые на войне с 2014 года и по сей день. Очень приятно, что такие отношения, даже незвичайно. У меня был проблемный зуб, потому что часть пломбы выскочила, ну, и не хотелось, чтобы он как бы стерся за час ротации, поэтому это очень вылез так слушно и вчасно. Высокопрофессиональные врачи приезжают в зону АТО помочь тем, кто каждый день рискует жизнью. И таким образом они тоже отдают свой долг родине. В мобильных стоматологиях лучшие фотополимеры, эффективнейшие препараты, новейшие бормашины и другое самое современное спецобслуживание. Я вперше цей раз сезоні АТО, я маю дуже велику можливість попасти сюди, тому що я хочу допомогти бійцям. Мені запропонували, я відразу погодилася. Четвертий раз уже. Четверта поїздка. Не страшно вам тут? З нашими бійцями ні. Не страшно. Робимо свою роботу, стараємося максимально совісно. В двух мобильных стоматологических микроавтобусах новейшая немецкая и финская техника. Врачи одной из элитных столичных клиник, в которую раз приезжают в зону АТО и бесплатно лечат зубы бойцам.
Звичайно, одна машина поймала більше 10 бійців. Якби, якщо дві, це буде 20 з чимось. Ну, 40, значить, я думаю, буде по його. Лікарі, зазвичай, досить такі компетентні, швидкі. І головне, що вони роблять якісно. По пути в Краматорск одна із трьох машин на розбитих дорогах Донбаса вийшла із строя. Обустроїть временний стоматологічний кабінет прийшлось в Краматорському отелі. В небольшому кейсі повний набор інструментів і медикаментів. Благодаря этим оборудованию мы можем ехать, грубо говоря, в больницы, там, где лежащий пациент, там, где лежащий военный, который не может выходить на улицу, можем вести любые манипуляции стоматологические, в основном, как скорая помощь. Я взял с собой 150 наборов, чтобы мы лечили 150 военных. Инициатор волонтерской стоматологической помощи Салим, он пережил свою первую войну на родине, в Ливане. Теперь вот вторая, в его уже родной Украине. Собирается обустроить здесь три кабинета для бойцов из зоны АТО. В Краматорске, Бахмуте и Авдеевке. Работать будут высокопрофессиональные врачи из Ассоциации стоматологов Украины. Когда будет кабинет на месте, будет более продуктивная, более результативная работа. В мобильных стоматологиях украинские и ливанские флаги. Скоро у Салима день рождения. Праздновать будет на передовой уже второй год подряд. Я живу в этой стране. Патриот не тот, который родился, патриот, который любит эту страну. Я люблю Украину. Если я не помогаю, значит, кто поможет? Как сказали великие люди, не надо спрашивать, что вам дает эта страна. Спрашивайте, что вы можете дать эту страну. Завтра мобильная группа стоматологов-волонтеров отправится в Авдеевку лечить спецназовцев и десантников у известного полуразрушенного здания «Девятины» на передовой. Я думаю, что немного осталось, закончилась война, и вы все поедете к себе домой. Буду встречаться по другому поводу. Я тоже так хочу. Геннадий Вивденко, Богдан Саврусский, Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. 2500 человек заболели корью в Украине. Как отмечают в Минздраве, это в 70 раз больше, чем в прошлом году. В основном инфекция поражает детей, но есть случаи заболевания и среди взрослых. В лидерах Одесская и Ивано-Франковская области немного отстают Черновицкая и Тернопольская. В Одесской уже заболели около 1000 человек, 5 умерли. Как отмечают врачи, единственный способ уберечься от инфекции – вакцинация. И напоминают, корь очень заразна, передается воздушно-капельным путем. Среди осложнений – пневмония, потеря зрения и поражение нервной системы. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Убийство от скуки. В Днепропетровской области чиновники развлекались отстрелом лебедей. Кто палил и кому что грозит. Уроки Брекзита. Какую пользу может извлечь Киев из развода Британии и ЕС? В Украине подводят предварительные итоги выборов на местах. Напомню, голосование состоялось в воскресенье. Более 1000 депутатов избирали в 51 объединенной территориальной громаде в 17 регионах страны. Почти 80% кандидатов выдвигали партии. Своих претендентов предложили 42 политсилы. Среди лидеров оказались не только представители парламентских сил. Достойный результат, а именно третье место, показала аграрная партия. Ее поддержали избиратели почти по всей стране. 17% кандидатов от аграриев прошли в местные органы власти, а это 121 депутат. Партия на треть улучшила свои показатели по сравнению с прошлыми местными выборами и получила убедительную победу в 5 регионах. Не обошлось, конечно, и без нарушений. Ми виграли вибори у таких знакових областях, як Київська із першого місця, Херсонська з першого місця, Волинська з першого місця і, власне, перше-друге місце сьогодні на Чернігівщині. Тобто ми займаємо абсолютно лідируючі позиції. На цих виборах, які експерти вже оцінили як одні з самих складних виборів за останніх 15 років, було використано фактично всі технології. Це і підкуп, це і підміна бюлетенів, це і залякування. Процес був дуже напружений. На Київщині вибори проходили в трьох громадах, двох міських. В принципі, результатом задоволені, отримали 24,3%, але це дуже такий серйозний показник, особливо в містах.
О победе на выборах объявили представители партии «Блок Петра Порошенко Солидарность». Согласно подсчетам Политилы, из всех победителей 55% – кандидаты именно от «Солидарности». Лидировали в большинстве регионов, об этом сообщается на официальном сайте партии. Поэтому и возглавят 28 городских, поселковых и сельских громад – Николаевской, Полтавской и Днепропетровской области. Батьковщина же, по данным «Солидарности», на втором месте. А в Батьковщине считают, что именно их политсила одержала победу на выборах. По словам лидера партии Юлии Тимошенко, в штабе Батьковщины уже проанализировали 100% протоколов с мокрыми печатями. И, судя по этим данным, политсила заняла первое место. Причем лидировала с большим отрывом от остальных кандидатов. На цю хвилину вибори, які відбувалися вчора в об'єднані територіальні громади, сьогодні вже завершилися. Батьківщина зайняла перше місце з великим відривом від всіх інших партій і взяла 31,6%. На другому місці блок Петра Порошенка «Солідарність» з результатом 19,4%. На третьому місці аграрна партія з результатом 13,8%. Празднуют победу на выборах и около 50 кандидатов от оппозиционного блока. Их представители прошли в местные органы власти в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Черниговской областях. Есть победители даже в тех регионах, где раньше оппозиционеров не избирали, как, например, в Волынской, Черновицкой и Хмельницкой. В Политсиле также заявляют, что во время этой кампании были системные фальсификации, провластные кандидаты широко использовали админресурс, запугивание и подкуп избирателей. Всего правоохранители зафиксировали почти 100 жалоб и открыли 13 уголовных дел. Главные риски бюджета Украины назвали в Международном валютном фонде. Постоянный представитель МВФ Украине Йоста Люнгман заявила, украинскому правительству советуют срочно сократить госдолг, эффективнее контролировать расходы и внедрять реформы. Сотрудничество фонда с Украиной продолжится на основе 4-летней программы структурных реформ, и она будет действовать до марта 2019-го. Украина может извлечь пользу от Брекзита. Какую, знает министр иностранных дел Германии. По его словам, Киеву стоит подождать, пока Великобритания и Евросоюз договорятся о новых условиях сотрудничества. Что именно может выиграть Киев, расскажет наш британский субкор Светлана Чернецкая. Киев уже перенимает британский опыт во многих сферах, от военной и до экономической. А теперь сможет еще и воспользоваться наработками по Брекситу. Над соглашением, которое должно регулировать отношения между Великобританией и Евросоюзом после Брекзита, будут работать не менее 2 лет. Охватят все сферы сотрудничества. Это будут сотни законов и норм. В идеале соглашение должно обеспечить очень тесные отношения между Британией и ЕС после выхода страны из блока. И если обе стороны будут довольны новой моделью сотрудничества, Украина тоже сможет ее использовать. Такое предположение выразил министр иностранных дел Германии. Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, это может стать моделью для других стран – Украины, а также Турции. Я не могу представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. Поэтому мы должны думать об альтернативных формах тесного сотрудничества. Действительно, в ближайшее время и Украина, и Турция вряд ли станут членами Евросоюза. Впрочем, Европа совершенно не против дальнейшего сближения с Киевом и Анкарой, и политического, и экономического. Здесь больше вопросов возникает к Турции, чем к Украине. У ЕС до сих пор большие претензии к политическому режиму в стране. В частности, особую обеспокоенность вызывает нарушение прав человека и политические аресты при президенте Эрдогане. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». У Украины есть 120 дней, чтобы усилить защиту права интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Напомню, 22 декабря в Белом доме заявили, что президент США принял решение временно прекратить предоставление Украине торговых преференций для некоторых видов продукции из-за недостаточной защиты интеллектуальных прав. Сейчас режим беспошлинной торговли применяется для 3,5 тысяч видов продукции из Украины.
под колпаком об украинцах, которые выезжают за границу, теперь будут знать. Соответствующую информацию предоставят мобильные операторы. Об этом идет речь в меморандуме, подписанном с Минэкономразвития. Отчеты ежеквартальные, в них попадут абоненты, которые пробыли в других странах более суток. Планируют вести также учет длительности пребывания за границей. Информацию, как уверяют, будут передавать в обезличенном и сводном виде. В Ривно-городской суд арестовал янтарь, изъятый правоохранителями. Общий вес камней свыше 1,5 тонн. Приблизительная стоимость 16 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко. Арестованы также помпы, с помощью которых старатели незаконно добывают солнечный камень. Весь янтарь был изъят во время обысков в Ривненском, Дубровицком и Сарнинском районах. Самосудом едва не закончилась охота для пьяной компании в Днепропетровской области. В одном из сел подвыпившие охотники расстреляли белых лебедей. В итоге браконьерами все же занялась полиция. Кто эти люди и есть ли шанс, что их накажут, узнавала Елена Миндалюк. Пьяных браконьеров с убитыми птицами в руках застали местные жители. Говорят, на берегу водоема трое мужчин ждали, пока четвертый тащил уже мертвых лебедей. Вони сейчас назад ось живі були, плавали. Да. Що, подохли самі, так? Да? А що, ви голодні, так? Да ні. Не доїдаєте? Ні. А як це називається? Санітарний стріл. Мужчины возвращались с охоты, добыли 4 фазанов. Но, видимо, этого им показалось мало. Увидели лебедей на водоеме и решили пострелять. Забавы ради. Убили самку с птенцами. Конечно, жалко. Моя ще дочка не знает, плакать будет. Страшно, конечно. Як йдеш десь там пахкає, буває днем охотничі дні. Це в нас коли середа, по-моєму, четвер, субота, по-моєму, ці дні. Що чуть як стріляє. Среди браконьеров был председатель ревизионной комиссии областного отделения общества охотников и рыболовов. Вместе с ним развлекались местный лесник и двое сотрудников банка. Не мали права це 100% за того, що лебеді вони відносяться до червонокнижних птахів і відстріл заборонено. Коллеги из общества охотников и рыболовов называют этот поступок преступлением. На правонарушители в этот же день составили админпротокол. Теперь браконьерам придется заплатить как минимум 12 тысяч гривен штрафа. Из 4 мы нашли одного, Андрея Адамова, председателя ревизионной комиссии общества охотников и рыболовов. Уверяет, все, что о нем говорят, неправда. Я лебедів не стрелял. Це я кажу вам, як перед Богом свят. Ну, приємно, що ці прокльони, які на мою сім'ю, на моїх дітей, ну, треба думати, що казати, і не всьому вірити, що там пишуть. Кто стрелял, выясняют правоохранители. По факту убийства птиц открыто уголовное производство. У охотников конфисковали 4 ствола. В полиции обещают аннулировать их разрешение на оружие навсегда. Но экологи в такое наказание не очень-то верят. Говорят, для представителей областного общества закон давно не писан. Она обросла вот те же самыми знакомствами с прокурорами, с судьями, с правоохранительными органами, что когда ты начинаешь с ней бороться и пытаться их привлечь вот к ответственности за те правонарушения, которые они делают, все время за них кто-то вступается очень такой весомый, с погонами. А еще могут откупиться. За месяц областная организация охотников и рыболовов собирает со своих членов до 3 миллионов гривен. На сегодняшний день вот мэр стал коммерческой структурой. И все уже бачите, все знают. После инцидента в селе Письмячево деятельность общества заинтересовала областной совет. Уже в ближайшее время на сессию вынесут вопрос о лишении организации права пользоваться охотничьими угодьями. Елена Мандалюк, Евгений Кодненцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Резкое потепление в столице обернулось бедой. Снегопады на прошлой неделе и сегодняшняя оттепель привели к затоплению нескольких улиц. Одну из них в спальном районе Киева затопило полностью. Вода поднялась почти на метр. Причина наводнения выясняли наши корреспонденты. На улице Фанерной ни пройти, ни проехать. Она полностью затоплена. Утром движение было парализовано. Одним водителям пришлось вытаскивать свои машины из воды. Но были и те, кто оставил здесь колеса. Приезжал все, это отрезок дороги. И на середине той колеса, вот, как видите, проріз колеса. Переді мною стояв Ланус тут, який якраз вже поміняв колесо.
Рядом находится станция Киеводоканала. Там говорят, что причиной затопления улицы стала неисправная дренажная система, которая не справилась с большим объемом воды после таяния снега. А эти проблемы постоянно. Здесь постоянно наводнение. То есть этот канал был сделан меньше размерами, чем он должен быть. И дренажная система была построена не по проекту. Это номера, которые люди потеряли за сутки в течение полудня. Жители соседних домов, мягко говоря, не в восторге. Шутят, живут как в Венеции. Их постоянно заливает. На этой же улице находится общество незрячих. Здесь работают люди с особыми потребностями. И каждый день сталкиваются с большими проблемами. Люди, которые болеют, они не могут ходить на работу, они, потому что здесь вода. Обойти это место просто невозможно. Никто из представителей дорожных служб или ГСЧС на место происшествия сегодня так и не явился. Кто отвечает за ситуацию на этом участке дороги, мы пытались выяснить в Киевской горадминистрации. Ответа пока не последовало. Лина Зеленская, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. 240 жителей Филиппин стали жертвами урагана Тембин. Среди них много женщин и детей. Мощные потоки воды полностью уничтожили несколько деревень. Сотни людей пропали без вести. А в Австрии горный обвал отрезал от мира 130 жителей альпийской деревушки. Все подробности в следующем материале. Потоки воды просто смывали дома и даже целые деревни на Филиппинах. Власти сообщили, что вышедшая с берегов река полностью разрушила горный поселок Далама. От домиков из фанеры и пальмовых листьев не осталось ничего. 160 человек считаются пропавшими без вести, но спасатели не теряют надежды найти их живыми. Вода прибывала очень быстро, и люди не могли выбраться из своих домов. Наводнение было настолько сильным, что поток буквально сносил дома. В этой деревушке было 103 дома. Теперь они просто исчезли из-за наводнения. После Филиппин шторм направился на север. Во Вьетнаме из-за приближения урагана эвакуировали более 650 тысяч человек. Но Тембин вышел на берег и отчасти утратил свою силу. Сейчас тайфун продвигается в сторону Таиланда. Синоптики предупреждают, сильные ливни будут продолжаться еще 2-3 дня. Закрыты школы, а туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии. Огромные убытки подсчитывают местные рыбаки. Им не разрешают выходить в море. Если бы не этот тайфун, мы бы рыбачили еще 2-3 месяца. Но теперь нам нужно бросить все и возвращаться домой с пустыми руками. В Японии же настоящая зима. На страну обрушился снежный шторм. На северных островах Хоккайдо и Хонсю за сутки выпало 40 сантиметров снега. На дорогах огромные пробки, многочисленные аварии. Погиб как минимум один человек. Еще 15 травмированы. Ветер просто сбивал людей с ног. Не обошла стороной ни погода и Европу. В Австрии горный обвал отрезал от мира 130 жителей альпийской деревушки. Камни остановились буквально в двух десятках метров от домов. Никто не пострадал, но 50 человек пришлось срочно эвакуировать. На месте работают спасатели. Расчистить дорогу, освободить людей они смогут только через 2 дня. Алиса Орлова, Наталья Шумакова. Подробности, телеканал Интер. В ДТП в Индии погибла гражданка Украины. Автомобиль перевернулся на скоростной трассе возле города Матхура. Люди в машине возвращались в Дели после посещения Тадж-Махала. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Украинка умерла по дороге в больницу. Еще одну нашу гражданку и местную жительницу госпитализировали. Информацию о гибели украинки подтвердили в МИДе. Одна из граждан Украины загинула. Інша отримала незначні травми і наразі перебуває в лікарні міста Матхура. Стан її здоров'я, за словами лікарів, задовільний. Консульські співробітники підтримують контакт з керівництвом поліції міста Матхура і постраждалою громадянкою. Тим часом триває підготовка документів про смерть загиблої громадянки України, необхідних для перевезення її тіла до України. Еще одна печальная новость. Ушел из жизни известный композитор Владимир Шаинский. Ему было 92. Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился здесь же, в музыкальной школе десятилетки. Потом началась война, семью эвакуировали в Ташкент. Будущий композитор продолжил обучение в местной консерватории, тогда и начал писать музыку. В первую очередь музыкант прославился детскими песнями из советских мультфильмов, таких как «Чебурашка и крокодил Гена», «Приключения Незнайки» и «Веселая карусель».
Тысячи правительственных документов исчезли из Национального архива Великобритании. Об этом сообщает авторитетное издание «Гардиан». Пропали бумаги, которые касаются наиболее противоречивых эпизодов 20 века. Например, проблем вокруг Северной Ирландии нет и так называемого письма Зиновьева. Это обращение к английским коммунистам с призывом активизировать подрывную работу. По предварительной версии, документы изъяли госслужащие. Зачем Санта-Клаусы бегают после Рождества? Что за смертельная инфекция распространяется в Японии? И можно ли уцелеть, дважды попав под поезд? Об этом и не только в нашем обзоре. Бегом в Новый год. Неугомонные берлинские Санта-Клаусы снова устроили спортивное шоу. В этот раз, чтобы сжечь набранные за рождественским столом калории. Забег в честь запеченной утки. Это блюдо является традиционным на Рождество. Возглавил колонну бегунов Санта с игрушечной уткой в руках. 200 участников пробежали по лесу 5 километров. А после небольшого перерыва на Глинтвейн еще 5 километров обратно. Елочка, зажгись! В одном из районов Астаны сгорела новогодняя ель. Инцидент произошел накануне утром. К прибытию пожарных 10-метровое искусственное дерево уже вовсю полыхало. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна. Местные власти обещают до Нового года заменить елку. 3 года за трамадол британка получила тюремный срок в Египте. 33-летнюю Лору Пламер осудили за попытку провести в багаже анальгетики для мужа египтянина, который страдает от боли в спине. Препарат «Трамадол» в Великобритании отпускают по рецепту. В Египте он вообще запрещен. Женщину с незаконным багажом арестовали в аэропорту. Пламер обвинили в контрабанде наркотиков. Ей грозило до 25 лет тюрьмы и даже смертная казнь. За навоз на допрос. Секретная служба США допросила мужчину, который подбросил коробку с конским навозом к дому министра финансов в элитном районе Лос-Анджелеса. Необычный подарок Стивен Мнучин получил в прошлые выходные. Коробку, обернутую в подарочную ленту по случаю Рождества, обнаружили местные полицейские. Виновник – психолог из Лос-Анджелеса Роберт Стронг. Свой поступок назвал актом политического театра. Японию атакует плотоядная бактерия, так называют стрептококк группы А. Болезнь диагностировали у более чем 1500 пациентов. Первые симптомы – боль в горле, сыпь на коже, слабость в руках и ногах. Смерть может наступить через несколько часов. Японские медики призывают немедленно пройти обследование всех, у кого есть открытые раны на теле, ведь это основной путь заражения. Чудом уцелел. В пригороде Мюнхена 24-летний немец упал на железнодорожные пути и выжил после того, как его переехали 2 электрички. Он потерял обе руки и ногу, после чего пролежал на рельсах еще 40 минут, пока его не обнаружили 2 пассажиров. По данным прессы, мужчина попал под колеса электричек в нетрезвом состоянии. Настоящая верность традициям. Американская семья из Калифорнии 34 года подряд к Рождеству наряжает сосну, купленную еще в прошлом веке. Крохотное деревце в горшке супружеская пара приобрела в 1983 за $20. С тех пор каждый год его пересаживают в новый горшок и украшают к празднику. Теперь зеленая красавица весит 130 килограммов и едва помещается в доме. Рождество по-северокорейски. Пока католический мир отмечал рождение спасителя, в Пхеньяне бурно праздновали столетие со дня рождения бабушки Ким Чен Ына. В честь первой супруги основателя КНДР, матери революции Ким Чен Сук, выпустили почтовые марки, отчеканили юбилейные монеты, а также провели концерты. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера. До свидания.